В нашем городе существует множество малоизвестных памятников культурного значения. Таким является здание бывшей Дашковской богадельни, которое построено в 1780 году. Известно, что с 1800 года им владел купец Осип Крутицкий. Богадельней здание стало в 1870 году, когда его купил Василий Андреевич Дашков, гофмейстер императорского двора и тайный советник. Отсюда и название – Дашковская богадельня. Однако сейчас дом на улице Затинной находится не в лучшем состоянии. В 2017 году он попал под программу расселения из ветхого и аварийного жилья и фактически был приговорен к сносу. В формулировке постановления было написано, что его последующий снос. Когда общественность напомнила о статусе этого здания, уже в конце января вышло обновленное постановление, где слово «снос» заменили на реконструкцию. Дом на Затинной является объектом культурного наследия федерального значения, но даже статус памятника оказался бессилен перед вандалами. В пятницу члены рязанского отделения ВАПИК обнаружили, что после расселения этого здания неизвестные начали расхищать его, то есть срезать батареи и растаскивать оставшееся здесь имущество от прежних владельцев, от хозяев квартир. Была вызвана полиция на место, соответственно, люди были задержаны. Дальнейшие... Во время съемок сюжета дирекция по благоустройству города начала консервацию Дашковской богадельни. Краеведы полагают, что такая мера поможет сохранить памятник архитектуры 18 века и надеются, что в скором времени дом будет отреставрирован и приведен в надлежащее состояние.